Технический прогресс в автомобилестроении породил и множество проблем в их обслуживании. Чем сложнее автомобиль, тем сложнее, как правило, и его ремонт. Выход из этой ситуации нашли в компании Robert Bosch. Производители современных автомобилей во многом программисты. Чтобы удовлетворить все возрастающие потребности покупателей в комфорте и безопасности, современные машины оборудуют таким количеством компьютерных систем, которых не было даже при первом запуске человека в космос. Сегодня их число в автомобиле среднего класса нередко превышает сотню, но, как известно, ничто не вечно, и сложные системы выходят из строя. Наверное, лучшее оборудование для их диагностики и ремонта придумали в немецкой компании Robert Bosch. Оно позволяет найти неисправность со 100% точностью. Пропадает мощность, увеличенный расход топлива. В этом случае там могут быть очень разные компоненты. Автомобиль выдает код неисправности, который указывает, например, измеритель массы воздуха. Но это не означает, что сам измеритель массы воздуха имеет какую-то проблему. Фактически это с помощью инструкций, которые дает программное обеспечение, мы можем найти, виноват ли он или подключение к нему, то есть провода, соединения и так далее. Для клиента это означает заметную экономию в деньгах. Ведь отпадает необходимость менять весь дорогостоящий автомобильный блок. Системы диагностики блоков автомобиля, по сути, переводят неисправности на понятный механикам язык, что значительно сокращает время ремонта. В базе данных этой установки 10 тысяч моделей примерно 120 автомобильных марок. Оборудование Bosch позволяет делать то, что не до недавних пор считалось невозможным. На сегодняшний день мы можем с нашим программным обеспечением и диагностической аппаратуры, мы можем предложить возможность сервису программировать блоки управления, что до сих пор было некой эксклюзивностью дилеров и представителей автомобильных производителей. Автосервис, использующий оборудование Bosch, может подогнать любую электронную систему автомобиля под нужды клиента. Вот как это работает. Представьте ситуацию, что к вам в сервис приехал клиент, у которого есть машина, куплена, например, за рубежом. Как вы знаете, в Латвии это обязательно ездить с включенными фарами весь год, круглый год. И вот клиент сейчас хочет сделать штаб так, чтобы просто вот включил замок зажигания, да, и автоматически включаются фары. Это мы делаем с помощью диагностического прибора. Это бошевский КТС. Вот он сейчас подключен к машине. Он работает через беспроводную связь с компьютером. И мы сейчас будем конфигурировать центральную электронику. Мы говорим, что эту функцию активировать надо. И мы видим результат. Такое знание всех деталей и внутренностей автомобиля в фирме Robert Bosch не случайно. Дело в том, что именно эта немецкая компания поставляет львиную долю всех электрических узлов производителям автомобилей. Во время автовыставки на Кипселе компания Robert Bosch проводила конкурс механиков автодиагностики. Испытания были серьезными, участники должны были продемонстрировать теоретические знания предмета и показать практические профессиональные навыки. Награда досталась самому молодому участнику конкурса – Кристиану Лелойсу, технику диагностики из автосервиса EN Springs. В июне он отправится во французский город Ле-Манс, где проводятся знаменитые 24-часовые тестовые гонки. Поздравляем победителя! В Риге диагностическое оборудование Robert Bosch для автосервиса можно приобрести на улице Деглова, 60.